Привет! Давай, мы тебя ждали. А мы уже объединились, да, пока тут все думают, мы уже объединяемся. Давай. Начинаем. Да. Спасибо за внимание, спасибо за внимание к моим постам в Телеграме. Я хотела бы вам представить потенциальную гипотезу Star Factory, краудфандинговая платформа по выпуску и краудинвестинговая платформа по выпуску токенов для Celebrities. Как мы это видим, сейчас, в настоящий момент, какая основная боль есть у краудинвестинговых и краудфандинговых платформ? То, что предлагают звездам, ну не только звездам, проектам, это инвесторам проекта, это какие-то майки, какие-то йогурты, непонятно, в общем-то, бейджики, значки и так далее. С появлением блокчейн-технологии, мы в нее очень сильно верим, у людей появится возможность реально получать какой-то доход от своих усилий, от, в общем-то, по строению своих проектов. Соответственно, это с одной стороны. А с другой стороны, вы можете меня спросить, зачем Celebrities, собственно говоря, наши какие-то токены, если они уже Celebrities. Ну, с одной стороны, как бы, понятно, есть звезды разной величины, а с другой стороны, здесь речь идет именно о диверсификации фондирования. Потому что не секрет, что у каждого человека, абсолютно любого, включая меня, есть определенный финансовый цикл. И если вы хотите вступить в какую-то новую область, то обязательно потребуются финансы. Для этого именно существует возможность привлечь не просто фиатные деньги, да, а криптоденьги с помощью токенов. Ну, а вот Денис расскажет, как это примерно будет летать. Ну, на сегодняшний день у нас есть уже рабочая краудинвестинговая платформа, и мы как раз, объединившись вместе и используя технологию блокчейн, сможем сделать транзакции прозрачными, привлечь новую аудиторию. На сегодняшний день у нас есть разработчики нашей платформы, уже готовые инструменты создания проектов. Есть эксперты и по риск-менеджменту, которые смогут оценить проекты, которые мы будем отбирать и представлять на платформе. И, соответственно, нам сегодня, естественно, нужны в команду ребята, которые разбираются хорошо в блокчейне и могут подсобить нашим разработчикам в том, чтобы интегрировать решение. И также мы ищем маркетолога, который смог бы вдохновить в интернете аудиторию, чтобы реализовать этот проект. Аплодисменты.